Миллионы людей во всем мире берут кредиты. В России по статистике 2/3 экономически активного населения пользуются кредитами. При этом их доходы выросли незначительно. Что же делать, если взять кредит необходимо или все-таки возникли проблемы с банком? В Волгоградской области работает горячая линия, где профессиональные юристы подскажут, как выйти из ситуации с минимальными потерями. Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, это нарушение, незаконные действия коллекторских агентств, жалобы на финансовые пирамиды и жалобы на нарушение прав потребителей со стороны банков. До 80% обращающихся на горячую линию граждан получают правовую помощь в полном объеме. Если же невозможно предоставить помощь по горячей линии, то гражданин записывается в общественную приемную и получает полную бесплатную правовую помощь. Кроме этого, юристы могут помочь и тем, кто еще не взял кредит, но планирует. Повышение финансовой грамотности населения со временем превратилось в дополнительный проект, который востребован не только на территории Волгоградской области. В данной сфере огромное количество проблем, как в сфере кредитования, так собственно, и в сфере тех последствий, которые влекут просрочки по кредиту, так на территории Волгоградской области. Нами реализуется проект, также поддержанный региональной властью и Институтом проблем гражданского общества путем грантовой поддержки, проект повышения финансовой грамотности жителей муниципальных районов Волгоградской области. В этой сфере необходимо продолжать работу, ввиду того, что, собственно, наши исследования и наша работа, в том числе на территории муниципальных образований Волгоградской области. Мы проехали на сегодняшний день практически все муниципальные образования. Там без малого у нас, по-моему, осталось буквально 6 или 7 муниципальных образований. Эти визиты, собственно, эта работа показывает, что существует просто зашкаливающая закредитованность населения вместе, в сочетании, скажем так, с пугающе низкой финансовой неграмотностью. И анализ поступающих звонков продемонстрировал также тот факт, что к нам в Волгоградскую область за помощью обращаются и жители соседних регионов. На сегодняшний день правовая поддержка заемщиков доступна жителям Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской и Астраханской областей. В августе к проекту присоединятся еще 5 регионов. Наша горячая линия называется «Психолого-правовая поддержка». Безусловно, говоря о психологической поддержке, речь не идет о медицинской поддержке, речь идет о, собственно, помощи людям, которые вот попадают, собственно, в такие финансово зависимые ситуации. И очень часто, в большинстве случаев, могу сказать, что люди стесняются, боятся со своей проблемой идти куда-либо. Мы это наблюдаем и слезы, и там в истории о распавшихся семьях на этой почве, и о желаниях там, это тоже на самом деле, к сожалению, распространено, может быть, эмоциональная часть, там, о сведении счетов с жизнью и так далее, потому что людей реально загоняют в угол. Но эти вещи происходят. Вот так вот не видно, но когда это постоянно наблюдаем, социальная напряженность высока. И с этим, конечно, вопросы нужно решать. Конечно, проще всего не связываться с кредитами, но бывают ситуации, когда это необходимо. В таком случае на помощь придут профессиональные юристы, которые помогут грамотно взвесить все условия, предлагаемые банком, расскажут о сфере возможностей коллекторских компаний и помогут выбраться из сложной ситуации. Телефон горячей линии вы видите на экране.